В системе образования Гагаузии в 46 учебных заведениях обучаются более 16 тысяч учащихся. Их обучает 3 тысячи педагогов. Но этих специалистов недостаточно. Естественно, чтобы учить эту армию детей, нам необходимы педагоги. В совокупности это около 3 тысяч педагогов, которые сегодня сеют разумное, доброе, вечное на просторах нашей автономии. По словам начальника ведомства, как и во все времена, в учебных заведениях существует кадровая проблема. Однако нам удается охватить преподавание дисциплин, всех дисциплин во всех школах. То есть сегодня все дисциплины вычитываются. Одним из пунктов решения данной проблемы становится привлечение молодых педагогов в систему образования. В этом году 32 молодых специалиста по различным дисциплинам приступили к работе в учебных заведениях автономии. Нам действительно не хватает педагогов по математике, по физике, по точным наукам. К сожалению, работающие педагоги по этим дисциплинам уже большинство из них в достаточно таком преклонном возрасте. И мы, конечно, ставим перед собой задачу привлечь в наши учебные заведения именно молодых педагогов по этим направлениям. Кадровые проблемы в системе образования в последние годы усугубила и пандемия. Некоторые учебные заведения в прошлом году потеряли ценных педагогов. В связи с этим Наталья Кристева обратилась ко всем преподавателям. В условиях нашей сегодняшней действительности самое главное для каждого учителя – это беречь свое здоровье. Беречь свое здоровье, быть в строю, быть полными сил, надежд и любви к своей работе, к детям, к своей профессии в целом. В настоящее время в Гагаузии функционируют 46 школ, 57 детских садов, 2 технических училища, 1 колледж и 1 университет. Алена Терзи, Владислав Табачук, Мария Казаку, ГРТ Новости.